Всем привет! Я приехала в Леруа Мерлен. Хочу купить шпатлевку. Пока есть время. Руки свободны. Нужно хоть что-то поделать. Закончу красоту с подоконником. В общем, короче, иду в Леруа Мерлен. Машин много, народу много. Ну что, официального же карантина нет. Нас же пока полностью не прикроют. Мы же будем ходить. Я сама такая, не могу сидеть дома. Короче, пойду покупать шпатлевку. Каюсь. Смотри, у меня отдел водоснабжения. Сейчас трубку посмотрю для своего. Для своей проблемы. Сейчас найду консультанта. Говорят, есть такие трубки и диаметр на 50. Но сама я это, конечно, вряд ли найду, хотя... В общем, вот они трубки. Короче, мне нужен консультант. Рекомендовала вот такой вот снять вообще сифон. 150 рублей вот это надо. Это, кстати, утеплитель, который мне нужно будет потом покупать. Здесь так музыка орёт, капец просто. Гипермаркеты. Берегите себя и своих близких. А здесь-то более дешевая шпатлевка есть. Это-то вот, видите, по 200 рублей. А это по 300. Пойду искать подешевле. И батареи хочу посмотреть. Тоже, наверное, прошла их мимо. Ладно. Пошли. Подешевле шпатлевку. 35 рублей 1 килограмм. Вот это мне вполне хватит на подоконник. Дерево мозаика 3000. Оно. Кстати, может быть. Полочки маленькие, которые можно будет повесить над вытяжкой. Разных цветов есть. Такие опять же варианты. Все, иду на кассу для камина, аксессуары. Ну, для электрокамина они не нужны будут. Вот так просто по пути зашла. Вот структуры под декоративный камень. Не знаю, эти камушки. Хотя вот ничего, вариант. Необычный. Солнечное кресло. Блин, так красиво. Надо сфотографировать. Нравится мне. Это я все про свою декоративную стену спать. Думаю. Обычные кирпичики это банально. А вот такая плитка. Очень даже прикольно. Надо смотреть на серое или белое. Ну, я чувствую, 50 раз передумаю. Все, пошли. Кровля, ну, это вообще ни о чем мне не говорит пока. Все, иду, где прелесть.
Ладно, все, домой. Что, сейчас Лизонька будет творить волшебство. Короче, мужчина, который мне вот этот вот комплект выбирал, сказал мне, что сифон вообще надо убрать. Убрать вот эту деталь и поставить тот набор, который есть. И тогда будет все нормально. Потому что сифон вообще, он сказал, не ставит в кухонные ванны, хотел сказать, в кухонные раковины. Ну, в общем, короче. Короче, откручиваю, ставлю новые детальки. Ну что, сам себе сантехник. Без этого никуда. Сейчас здесь все сойдет, сольется. И Лизонька сотворит волшебство. Кто тут? Любопытный кот. Не нарисовали, блин, как это должно соединиться-то в итоге. А, вот он. Ничего не видно. Короче, коты! Сифон прямо точно без выпуска. С одним отводом. Ну ладно, сейчас Лизонька будет разбираться. Не осилила я сегодня. Крутила, вертела. Там держится, там не держится. Вроде держится, потом хоба льется. Короче, все. Сегодня не буду этим заниматься. Подумаю об этом завтра. Так, вот это сейчас единственное поставлю. Слажу наверх. У меня тут пустые полочки. Я сюда поставлю технику, которой не пользуюсь. Ну, короче, сейчас немножечко порядка наведу в этих полках. Ну, вот так вот, относительный порядок. Еще сверху у меня полка свободная. Может быть, кстати, туда поставлю банки пустые. Там всякие бокалы эти такие. Вазочки. Ну и тут то, что моется, ставится. Сюда вот бытовую технику поставила. Ну и такие запасы еды. Все, вот такие вот дела. Более или менее все укомплектовано у меня. Еще и места куча осталось. Вот тут куча места свободного. Вот бутылочницу я тут разберу, потому что может это просто сюда переставить. Куча всяких лопаток. Может быть, это просто вот сюда просто переложить. Да, наверное, сейчас я так и сделаю. Место есть. Всякие кисточки. Вот такое. Такое всякое такое. Салфетки. Вот это уберу. Она вообще здесь ни к чему. Ну, вот такие вот дела. Все. На этом влог закрою. Порядок более или менее на кухне есть. Вот этот шкафчик. Я уже, по-моему, показывала. Тоже вот так вот сложилось. Не нравятся мне вот эти вот чайники наверху, но пока не знаю, чем их заменить. Пока стоят. Все, на этом влог закрываю. Всем пока-пока. Давай, Алиса аж остановилась. Мылась и остановилась. Вымывай шерстяку. Все, всем пока-пока.